Значит, я начинаю свой воркаут с этого. Это Total Body. Red Light, то есть красная лампа. Вот оно полезно, оно используется в physical therapy. Вот, я, как говорится, начинаю с этого, потому что на улице у нас в Нью-Йорке минус 5, холодно. И вот это вот, я, как говорится, warm-up, это вот так вот я прогреваюсь. Вот. Будем считать, что это разминка. Поэтому, вообще-то оно улучшает обмен веществ, эта штука. Вот, кстати, Дейна Вайт с UFC, у него там были какие-то проблемы со здоровьем, и его доктор рекомендовал ему этим пользоваться. После этого он пошел на поправку. Вообще, улучшает метаболизм, повышается уровень кислорода в крови, вот, регенерирует ткани, ну, много-много хорошего у него. Поехали. И теперь после Red White The Best Tan on the Planet, то есть загарчик. Тут действительно он очень мягкий, тут очень тяжело сгореть. Там гореть, какое-то раздражение получить, он тут очень мягкий загар. Вот. Зимой он нужен, потому что нехватка солнца, а это витамин D, тоже улучшает метаболизм, убивает микробы, повышает настроение. Короче, это каждый день нельзя, но раз в неделю можно. Одно из преимуществ Planet Fitness – это чистая отфильтрованная вода. Но единственное, что им надо сделать калибрацию, потому что оно, как говорится, писает неровно. Оно криво писает. Но я уже набрал. Но я говорю вообще для других. На будущее надо это откалибрировать.